Здравствуйте, вас приветствует любимая компания «Электромотор». Сегодня мы отвечаем на вопрос, как сделать перезарядку огнетушителя самому в домашних условиях или на предприятии. Ответ простой – никак. Для того, чтобы сделать перезарядку, нужно обращаться в компании, которая имеет на это лицензию, имеет специальное оборудование. Так как данный огнетушитель, он является оборудованием для, так бы сказать, локализации очага возгорания. То есть, если у вас маленький начинается пожар, вы тушите данным огнетушителем. Если это только уже не очаг, а пожар, вызываете, конечно же, пожарную службу. Но данный огнетушитель должен быть по всем стандартам и правилам заправлен. Должна быть присутствовать давление в баллоне, как минимум. Должна быть определенное количество порошка, если это порошковый огнетушитель. Порошок должен перепросеиваться, вспушиваться перед тем, как он туда заправляется. Это делается на специальных установках. Они называются у нас в Украине это Валерий. Есть и другие, в принципе, приборы для заправки огнетушителей. Вот. Поэтому не рискуйте самостоятельно, не вскрывайте, потому что, во-первых, баллон под давлением, это раз. Во-вторых, заправить его порошком вы не сможете просто затрусить и засыпать и закрыть чеку, потому что вы не сможете потом им сработать. А во-первых, как бы поставить огнетушитель, чтобы он просто стоял, это дело каждого. Но если в случае все-таки каких-то пожаров, пусть он лучше будет в рабочем состоянии, и вы будете чувствовать себя в безопасности. А более подробную информацию о том, как перезарядить и где это сделать, вы можете получить в компании «Электромотор» по телефону 044 530 38.